В пенсионной системе изменится несколько правил. Они коснутся как нынешних, так и будущих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 3,7%. А с февраля на уровень инфляции 2017 года будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. Социальные пенсии будут повышены с 1 апреля на 4,1%. У пенсионеров, которые работали в прошлом году, в августе 2018 вырастут страховые пенсии. Пенсионный фонд проведет традиционную беззаявительную корректировку. Кроме того, в текущем году продлен мораторий на формирование пенсионных накоплений. Это не заморозка пенсии, то есть пенсионные накопления формируются не на накопительную часть, а на страховую в размере 6%. Те накопления пенсионные, которые были накоплены гражданином и уплачены работодателем до этого периода, сохраняются в полном объеме. Они участвуют в формировании пенсии точно так же. Мораторий никак не влияет на возможность перехода из негосударственного пенсионного фонда в любой другой негосударственный, либо в управляющую компанию.